Всем привет! Другая жизнь приветствует вас из леса. В последнем ролике забрались, вроде как нашли часть дороги, на которой нашли конину, серебряный пятачок. Ну и на следующий день, вот сегодня, было принято решение прям пешком дойти до сюда. Здесь, благо, идти от машины где-то там километр 100. Ну, километр 200 почти получилось. Но это ерунда. Через лес прям прошли и стартанем сейчас с того же места, где закончили вчера. Единственный нюанс. Вот накат, который заканчивается, да, то есть это он сейчас современный накат, который примерно совпадает с Менде. Дальше он уходит направо, а мы пошли прямо по карте, по навигатору. Нашли пятачок. Я решил идти не по накату, а чуть сместиться метров 20 с него в лес. Дорога-то она перемещалась вполне себе в то время. Думаю, может быть, аж там на самом вот этом современном накате, который совпадает, ничего не было. Как бы вот чуть-чуть сместился, пошел чернин-чернин, и первый сигнал. Оттер, был приятно удивлен. Сейчас покажу. Вот она, дорога. Вот я сместился. И находка. Сейчас покажу. Сначала достал, думаю, ну обычная пуговица вроде от штанов, да, ну что такого, много раз находили. Переворачиваю, начинаю чистить. И год, 1871. Парц или пакц, непонятно. Потом посмотрим, что это за пуговка такая интересная. То есть по датам совпадает с пятаком, 1840 год или 41-й, какой мы там вчера нашли. То есть, по идее, она могла идти чуть-чуть левее. Там до такой степени привязки все равно не будет. Так что поэтому... Ну, у нас, короче, задача сейчас вот весь этот лес попробовать прочесать вплоть до края, там дальше урочища. Бруствер такой, когда-то выкопанный. То ли от кабанов, то ли не знаю. И поле. Ну, на него попробовать выйти там посмотреть. Мы там были один раз, но левее. Ничего не находили. Сейчас посмотрим. Недавний впор у нас Люба теперь тоже ходит с рюкзаком. И мы его немножко используем. Потому что здесь нашли маленькую полянку с лисичками. Чё бы и не забрать. А вот это что такое темно-желтое? Солянки. Это не лисички. Я просто в грибах ни хрена не понимаю. Нет, это не лисички. Это солянки. Орут. Ну а вот теперь собираемся, это убираем. Сейчас, подожди, я еще это. А, самое-то интересное. Был сигнальчик, идем, чешем лес вот так. Вот что-то я не ожидал. Опа! Иван. Царь великий Иван Грозный. Копейка. ФС. Крупно. ФС, да, я говорю. Крупная. Обалдеть, серебро. Монета Ивана Грозного, кто не знает. Вообще замечательно. Решили прогуляться сейчас вот до этого бруствера, так я говорю, ров. Здесь ров и насыпь. И она идет туда, туда, вокруг вот этих всех полей. Не знаю, когда их делали, но делали, скорее всего, от зверья что-то. Культуру какую-то высаживали, вероятно. А вот сами поля. Мы здесь весной были, когда все лежало. Здесь чуть-чуть прошли, ничего не нашли, но было много клеща. Вот. А там вот, где деревья дальше, там было достаточно крупное село. Сейчас его нет. Основная современная дорога, ну, советская, когда она была в советское время, идет с той стороны. Охотничьи накаты там, но там такое болото. Здесь вот мы проходим гораздо лучше. Да мне кажется, и ближе. Люб там что-то пытается расковырять. Вот здесь прям накат сюда подходит, вот этот современный, по которому мы и ходим. Что там? Проволока. Я стою вот на горке, снимаю вам все это замечание. Ну, сейчас будем дальше вот этот лес прочесывать. Лес занимательный. Особенно после находки грозненской чешуи. Такая же точно, как мы нашли в кошеле. Вот на этом накате в начале, в самом где-то в километре. Нет, там в основном-то были.
Я говорю, то же самое, крупная чешуя грозного. Так, ну ладно, спускаемся, пойдем. Давай вдоль бруствера прогуляем. Да сейчас пройдем и тут, и там, и в ту сторону мы ходили, там чепужатник. Ладно, пойдем погуляем. Вот, друзья, идем вдоль вот этой насыпи. Посмотрели примерно по навигатору от той дороги, вот современной, до точки соприкосновения со старинной дорогой, где-то 100 метров. Сейчас хотим пройти 100 метров и вот так начать вот этот лес обратно чесать. У нас находочка. А находочка у нас 2 копейки 30-го года. Ну, довоенная. Это вот до реформы герб РСФСР. Классный, мне не нравится. Сталинское золото. Да? Сталинское золото. Прошли где-то еще, наверное, 20 или 30 метров в общей сложности. Ну, около 100 получается, наверное. Вот от того наката, как мы примерили. Вот эта находка может о чем-то говорить, сейчас покажу. Сейчас мы попробуем камерой прочитать, что здесь написано. Как-то не видно. Так. Ни хрена непонятно. Я говорю. Руля что-то. Не знаю. Короче, кто не знает, крутилку регулирующую от керосиновой лампы старая. Вот ей фитилек добавляли и убавляли. Целая. Такая вот штучка. Вот это старая вещь. Это может свидетельство о том, что здесь была дорога. Сейчас повертимся, посмотрим здесь. Вот мы вроде нашли часть, которая выходит на, собственно, бруствер. Вот она, на ней стоим. Здесь сейчас был сигнал, такая же конина, вот эта ручка, как нашли вчера там. Скорее всего, она шла здесь. Не факт, что она прям вот, но где-то тут. Вот она и выходила. Сейчас пойдем по ней. По бокам опять 200 метров в ту сторону. Что ты там опять нашла? Пока всякая хрень тут попадается, да. Ну, кроме конина. Ладно, изучаем место. Так, ту дорогу мы пробили, сейчас вернулись от брусвера наверх, чуть-чуть сюда поднялись. Здесь еще одна отвилка, но это более современная. Решили пройти вот по бугру, посадками вот этими, посмотреть. Посмотри, действительно надпись. Надпись. Что-то. Нашли конину какую-то интересную. Букву А я вижу. Сейчас на камеру поглядим. Как вчера вот нашли с висюльками. Смотреть. Ну, та была... Просто красивая. А это какая-то... С какими-то знаками масонскими. Ну, они, к сожалению, не сохранились, скорее всего. Сейчас там приблизимся. Там что-то буква А, видишь? Сейчас. Мне должна быть еще где-то одна уровня. Сложно сказать. А так. Масинки. Ага. Вот такая конинка. Забираем. Продолжаем шататься по лесу. Опять сигнал. Опять двушка. Опять ранняя. 26-й год. Звонить они, что ли, здесь куда-то в автомат ходили. Это я так, конечно, прикалываюсь. Сейчас еще попробуем одну дорогу найти. Там был кусок. Вот двушечка была 26-го года. И следующий сигнал. Крестик, лепесток. Это уже интересно. Целенький. Это уже пораньше, чем 26-й год. Что здесь-то было? Господи, ничего на картах-то не было. Просто ходили, что ли, куда-то.
Вот идет советский накат, который, вот я говорил, от Вилка, да, вот которую дорогу туда мы шли, смотрели. А вот этот современный сюда поворачивал. На нем ничего нет. Но вот двушка, крестик, чуть-чуть, метров 5 правее. Вот идем. Еще одна находка. Ну, тоже советская, но тоже ранняя. 29-й год, копейка. Интересно. Слышите, орут. Вот они сегодня периодически над нами летают и орут. Кто, не знаю. 36-й. Год. Двушечка. Это уже послереформенная. Хоть что-то выдали. Сейчас. Все, уже собираемся понемножку на базу. Устали. Прочесали этот лес раз пять. Раз пять, наверное, да, туда-сюда. Но ну, больше ничего не дали. Почему-то больше ничего нет. Ну да ладно, лес все замечательный. О. Джунгли. Джунгли. Золото. Пойдемте дальше. Рядышком еще один сигнал. Да, похоже на пуговицу. А что там? Внутри сейчас. Господи, кто здесь летает-то у нас над головой? В деревья врезается. Да, какие-то кружочки. Похоже, да. Сейчас, подождите, покажу. Железный пояс с медной накладкой. Интересная какая-то. Фитюлечка-то. Птица сумасшедшая. Какая-то птица сейчас прям в дерево такое ощущение, что врезалась. А утром сегодня тетерка-то была или вчера вечером, я не помню. Из-под колес выпрыгнула. Вечером. Вечером, да. Такой красивый и замечательный лес. Ну все, друзья. Вылезли из леса. Уже темно. Эти фокус плавает. Пойдемте отчетик снимать. Вообще реально темно. На камере гораздо светлее. Находок сегодня было немного. Но они были, в общем-то. Это хорошо. Да, темно, ребят. Что у нас сегодня получилось? 4 советские монеты. Пуговички всякие разные. Это особенно 1871 года. Прикольная. Ну, Грозного чешуя в зачет. Крестик хороший, вот этот лепесток. Конина и крутилка от керосинки. Вот такой небогатый улов сегодня. Но, в принципе, хорошо. Нашли новые места. Нашли вот этот кусок старой дороги. Вроде как примерно нашли. С него попались пуговицы. Ну и там же примерно Грозного нашли. Был сейчас один сигнал, но мы его не стали черный снимать. Где-то, наверное, с полутора штыков. Там рядом прям с чешуей Грозного. Был какой-то инструментик, я не знаю, уже доставать его не будем. Ну какой-то. Не, вот... могу показать. Да фиг его знает, как металлическая ну, такая. Палочка. Палочка, да. Не доставай, не надо сейчас уже. Ну, уже темень. Вот как-то так. Завтра есть идейка у нас еще одна сходить по местам. Былой славы. Былой славы, да, известным себе местам. Мы ходили там немного, но находки были там замечательные. Если получится, завтра расскажу. На этом всем пока, всем здоровья, язык заплетается, всем здоровья, море и небо, рек и гор, полных легких чистого воздуха, мирного неба, короче, всем пока.